японское качество, минимализм, одна сплошная нержавейка. Применимо для ножей СК-2, есть еще с СК-1. Олфа, Джапан, сталь. Здесь есть с одной стороны просто подвод, а с другой стороны подвод с микроподводом. Так, из информативной наклейки мы видим, что тут полностью ножик сделан в Японии для работы по дереву столярной. Ну и надпись на русском языке объясняет нам, что нож со сменными лезвиями, ножницы и принадлежности можно посмотреть на сайте, применяется для различных видов работ по резанию широкого ряда материалов: ткань, бумага, кожа, пленка. Использовать в соответствии с иллюстрациями лезвия, встречайте согласно инструкции, вставляйте согласно инструкции к вашему ножу, бла-бла-бла. Ну и как поменять лезвие, в принципе, и какие лезвия нужны. Ну, подогнано, конечно, хорошо. В общем, здесь у нас 1.2 должно быть. У меня почему-то показывает 1.3. 1.3 показывает, не 1.2. Но 1.3. Но, тем не менее, немного масла есть. Попробуем какой-нибудь листочек взять. Так он теперь будет выглядеть на кармане. Кстати, я думаю, что такое лезвие можно будет и подточить. Интересно, нержавейка это или нет. И в этом можно свободно удостовериться, приложив к магниту. Магнитится, значит, просто обычное железо. Но тем не менее, заточка классная. Минимализм, простота и очень хорошая нержавейка. Хотя она тоже магнитится. Ну хоть что-то не магнитится. Сам барашек из латуни. В принципе, такой простецкий, босяцкий столярный ножик. За такие-то деньги более чем достойный. Посмотрим, как будет вести себя на кармане. А заказать себе такой можно на сайте Olfa Craft.